Шесть. Сегодня я поговорю с вами на русском языке, потому что сегодня мы будем говорить о сходствах польского языка и русского. И, может быть, не совсем о сходствах. Сейчас вы сами все узнаете. Есть очень много слов, на которые иногда смотрит русскоговорящий человек и думает, я точно знаю, что это значит, потому что оно звучит очень похоже. Но тут вот начинаются эти слова-обманы. На польском скажем «час». Вы думаете, это час? Нет, это время. Дальше. Люстро. Вы думаете, это люстра? Нет, это просто зеркало. Дальше. Урода. Если вы приедете в Польшу, и кто-то вам скажет «Jesteś bardzo urodziła», не обижайтесь, это значит, что вы очень красивы, потому что урода – это значит красота. Диван. Нет, это не диван, это ковер. Лос. Это не лось. Ваш лос – это ваша судьба. Овоце. Это не овощи, это фрукты. Да, вот так. О других разницах между украинским, русским и польским языками вы узнаете на курсах Евростади. Па-па!